Спасателям удалось локализировать пожар, который произошел на 21-м километре внешней стороны КАД в Петербурге на участке от Горской до Бронки. Как сообщается, столкнулись «девятка» и грузовой автомобиль МАЗ, перевозивший дизельное топливо. В результате произошло возгорание. По уточненным данным, в ДТП полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2109, с которым столкнулся бензовоз. Последний пострадал от огня частично. Жертв и пострадавших в результате ДТП нет.